Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Кутов Павда. Сегодня очень важный день для канала. Сегодня 7 января появился мой канал, и сегодня каналу исполняется 2 года. Поэтому, дорогой друг, поддержи мой видосик хотя бы 3 лайками, я буду тебе очень благодарен за это. И еще вас сегодня ожидают серии Сабнафтики, потому что большая часть из вас проголосовала в группе за Сабнафтику. Про комментарии я тоже не забываю, пишите больше комментариев, я буду только рад. А мы, ну да, вот в принципе продолжаем играть. И сегодня мы, в принципе, с тобой можем сделать краба. Потому что я уже все, что нам нужно, нашел. Но у меня еще для тебя есть один сюрприз. Ты узнаешь, какой. Но для начала давай-ка сходим и посмотрим, что за сигнал по радио. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound. Говорит, спасательная капсула синий, координаты прилагаются. Requesting assistance. Но спасатель накрылся. Требуется немедленная помощь. Капсула номер 7. А, там она. Ну окей. Вот тебя никогда не напрягало, почему от этого ножа пузыри идут на поверхности? Вообще непонятно, да? Так, ладно, давай, садимся. Блин, как всегда мне выехать мешает. Прямо возле дома. Ладно, погнали. К члену экипажа Авроры. Так. Видимо, это все дело близко очень. Что-то странно, конечно, сигналы пора делать. Этих экипажев передаются очень странно. Так. Почти доплыли. В принципе, сейчас с тобой обследуем эту капсулу. Потом плывем обратно, собираем краба, и в принципе можно идти на ту базу. Ну, короче, к сюрпризу этой серии. Так, это что такое? А, ну конечно, акулки всякие, да, круто. Все понятно. Тут я точно не был. Так, цела, говоришь, ни хрена ты не цела. Затонула. Игрушечная машинка. Ну давай возьмем. Так, КПК. Это что такое? Необычная кукла. Да. Взять колбы для образцов. Ну давай почитаем. КПК. Так. Так, особенно бесполезный стеклянный контейнер. А может и полезный. Так. Загруженные данные, выжившие с Аврора. Бортовой журнал капсулы 7. Я перепробовал все, сгорели контуры ситуационного анализа изготовителя.
Я едва ли могу произвести даже самые простые материалы. Нужна батарея. Вот, держи детскую игрушку. Нужно оборудование для погружения. Держи лабораторное. Проголодайся, дай-ка я превращу этот фрукт в труху. Остался метод проб и ошибок. Буду нажимать все кнопки подряд. Должно же наконец выйти что-нибудь полезное. Да. Вот я открыл недавно большой аквариум. Мы его обязательно с тобой сделаем. Ядерный реактор. Так. Ну, в принципе, погнали на базу. Обратно. Сейчас мы с тобой будем делать этого крабика. Посмотрим, как сделать этот здоровый аквариум и сколько он всего места занимает. Когда я бы его нам с тобой присвоить. Так, что у нас внизу? Внизу что-то интересное. Даже слишком интересное. Давай-ка посмотрим. Я тебя вскрывал? Нет, не вскрывал. Странно. Можно было сканировать. Он что-то мне показал, потому что можно было сканировать. Так, оба наводка ПК новая. Я тут точно не был. Так, открыть. Инвентарь полон. Ящик с припасами. Так, ну-ка, инвентарь. Да и не воды выпить. Так, что у меня тут еще есть? А вот тебе надо скрывать. Где мой резак? Вот он. Да не то. Давай, скрывай. Так, давай. Эх, проценты на лазерном резаке прям улетают слишком быстро. Так, ну-ка, что тут у нас? Что-то там можно подсканировать. Фрагмент пропульсивной пушки. Да. Интересно замораживать, но... А, ну все понятно, короче, пошли отсюда. Опять же вопрос. А, вот, как я сюда попал. Так, самое главное выпал. Так, мотылек, скорей. Фух. Попали. Это мы отключим сигнал этой капсулы номер 7. Плывем с тобой на базу. Так. Вот еще тут что-то интересное. Разбившееся. Так, ну ладно. Давай все равно плывем дальше. К нашей базе. Я ее даже, в принципе, отсюда вижу. Вон она. Такой уж баг у игры.
прикольный и забавный, но, если честно, он не в тему. Ну, хотя вижу базу отсюда. Так, я вернулся, в принципе. Т28 починен. Так, что там, КПК? Загружены данные, общедоступные документы, независимые монгольские штаты. Когда военные действия времен экспансии прекратились, тактическая ценность трудоступных колонизированных систем на внешнем рубеже китайских территорий упала. Центральное правительство, занятое последовательным восстановлением, оставило их голодать. Сами же системы провозгласили себя независимыми, объявив всю инфраструктуру своей собственностью, а также заявив о намерении стать самодостаточными. Сегодня монгольские штаты рассматриваются как относительно небольшая сила на окраинах колонизированного космоса, но они остаются одним из наиболее быстро развивающихся трансгосударств в галактике. Централизированного управления почти нет. В военное время силы обороны могут быть сформированными старшим руководством основных планетарных корпораций. Монгольское общество унаследовало технологический уклад китайской метрополии, но вместе с тем позаимствовало разномастные обычаи своих колонистов, происходящих из разных культур. А остаются популярными натуральные продукты. Религии являются важным элементом общества, но монголы спокойно относятся к контролирующим конфессиям, полагая, что все боги несовершенны и в равной мере достойны поклонения. Часто слышно, как монгол заявляет: «Я верю в богов, пока они не пытаются мной командовать». Если же заставить их объяснять, как они верят в бога, не имеющего власти, они объясняют это просто, что все люди – боги, а власть их одинаково равна нулю. Так, у меня там что-то радио сейчас дурило. Но это без разницы. Уже новый сигнал какой-то пришел. О, видишь, какой огородик замутил. Елеобразных мешочков-то сколько. Красота, да? Welcome aboard, Captain. Так, спасибо, что меня приветствуешь. Сейчас будем делать с тобой ответственность. Первое, что мне хотелось узнать, сколько места, например, занимает здоровый аквариум, если бы он стоял тут, к примеру. Да, он слишком много места занимает, надо делать по несколько комнат. Поэтому, разумеется, большой аквариум у нас с тобой будет не в этом месте. Мы лучше с тобой сейчас сделаем с тобой вещи жить. Я разложил. Так, значит, быстрый слот. Игрушечная машинка. Вот так тебе положим. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Так, это сюда. Все идеально. Теперь идем сюда. Нам надо положить то, что мы добыли. А сейчас, следуя чертежам, будем строить с тобой краба. Все было бы неплохо и... Стазис-винтовку для начала сделать, да, уже тебя паста. Давай, нам нужен компьютерный чип с тобой. Образец, медный провод, ух. Ну, как всегда. По-моему, у меня медь была.
Да, один кусок меди. Второго не было. Погнали, короче. Дел у нас с тобой полно. Еще до тех пор даже не попробовал открыть эту центр управления базы пришельцев. Это мы и сделаем сейчас. Так, надо было два пластичных второго. Так, вот они. Так, рыбёху. Просто хочется проверить новый нож. Так, отлично, употребили. Так, что мне еще надо? Мне еще надо найти бы один кусок меди. Все будет хорошо. Привет. Давай еще раз заплыв. Титан. Все время вылетает не то, что я хочу. О, медная руда, отлично. Гоним с тобой на базу. На базе делаем эту винтовку. Идем на базу пришельцев. И в главный отсек. Потом делаем краба. Потом я показываю сюрприз. Ну, в принципе, обширная серия. Так. А вот че. Основные депо, электроника, провод, компьютерный чип. Хорошо. Инструменты, стазис, винтовка. Ну давай, посмотрим ее на деле. Сейчас вот мы это с тобой проверим, как она хорошо будет работать. Да. ФПК меня успокаивает. Как всегда. 49-й день, ё-моё. Так, я не взял самое главное. У нас дофига с собой ресурсов. Но мало дела. Нам жить нужен ключ от той комнаты. Кстати, этот ключ можно изучить как-то, я не знаю, выбросить. Уже просканировано. А пока я ее делать почему-то не могу. Не дали мне способность пока делать эти скрижали. Ну и ладно, погнали до базы пришельцев, где этот источник энергетического импульса. Ну что ж, удачно нам с тобой сплавать. Сейчас посмотрим, что там в том отсеке. У нас ключ уже с тобой, в принципе, есть. Так, куда пойдем, нам куда надо. Патроны у меня на мотыльке на D28 кончились. Стрелять я не могу. Надо бы будет делать нам новые с тобой ракетки. Но пока мы этим заниматься не будем. У нас другая важная задача. Сейчас очень интересно, что там в этом главном отсеке. Вот уже близко этот остров.
Давай, давай, почти доплыли. На остров. Так, вон база инопланетян. Все у нас шикарно. Источник импульса отключаем. Сейчас мы подплывем к ним туда. Так, свет, свет, свет. К ним тут подплыть, говорят, можно. Так, где тут у них вход? Явно, что не тут. Хотя тут что-то могло и быть. Так, вот он. Этот вход мы заплыли. Так, идеально. Мы внутри этого отсека с тобой. Теперь газуем. Осматриваем все, что видим. Доставим желательно стазис винтовку, а то мало ли что. Так, нам надо с тобой осмотреть все. Блин, ну я лоханулся, а. Мы пропустили с тобой в серии с пришельцами вот этот вот кусочек. И могли все еще в прошлой серии сделать, блин. Что же за пипец-то такой? Ну давай, открывай. Так, давай идем сюда. По-моему, это то, что надо. Блин! Так, ладно. Отключить комплекс? Ну, давай. Панель управления передает сообщение, перевод. Инфекционные лица не смогут отключить охрану системы. Эта планета находится под карантином. Мда. Круто. Так, ну давай читать. Это устройство содержит энергию эквивалентную ядерную взрыву в 100 мегатон, который может передаться по комплексу и направляться на воздушные суда или обогнуть планету. Используя ее гравитацию для нанесения удара по объектам на орбите, энергия передается по присоединенному терминалу, позволяя выключить устройство при необходимости. На данный момент оно работает без каких-либо параметров, что означает, что оно будет наводиться на любые корабли в зоне действия. Данный терминал, данные по инопланетян, данный терминал. Комплекс по исследованию болезни, персонал всей деятельности, исследование живых особей. Цель — синтез антидота для острой инфекционной бактерии, обозначенный как КАРАР. Местонахождение систем пещер с обширными ископаемыми останками к юго-западу от охранной платформы. Глубина 800 метров. Меры предосторожности: удаленные объекты для изоляции и исследования в целях уменьшения риска заражения. Внешний термогенератор. Карантинная охранная платформа, земля, воздух на случай угрозы безопасности. В случае вспышки эпидемии карантинные процедуры вступят в силу. Автоматически и незамедлительно карантинная охранная платформа будет наводиться на все входящие и выходящие
корабли в целях предотвращения распространения инфекции на другие планеты. Так, ну окей. Зря я взял тут скрижаль. Ты, так понял, ничего мне не откроешь уже. Никогда, ну ладно. Давай, пошли. Так, странно, вот тут у нас пузырей с тобой нет. Тут у нас все проработано на базе пришельцев. Но у нас же вон нет пузырей. Шикарно. Давай, идем, идем. Давай. Взорвись. Так. А мы идем, идем, идем. Как же долго это все дело. Так, ну давай, запрыгиваем. Можно отсюда смело уплывать к нам на базу, и сейчас будем делать с тобой краба. На край плывем на новое место. Так, вон моя база. Там. Как славно-то. Так, оплываю пока. Если честно, иногда наскучивает на такие дальние расстояния плавать, но все же нормально, в принципе. Так, аэрогель я сделал, в принципе. Рубинов я еще после прошлой серии или на прошлой серии натаскал. Сейчас вы увидите скоро мой сюрпризец. Но до него нам придется пойти. Потому что иначе никак, там зона не слишком добрая. Давай, плывем. Это что? Я там, по-моему, был в этой капсуле. Капсула номер 3. Капсула 3. Да, был. Давай, плывем дальше. Врут они все, людей в этой игре нет и не будет. Есть только один человек, и это ты, сидящий за мотыльком. Так вот, надо будет дать уже вот этой штуке, потому что она слишком сильно уперлась мне в базу. Вот сделать снаряды, еще что-нибудь боевое. Так, что нужно для краба? Для краба нам с тобой нужно так, блин, как много-то я его пропустил, наверное. Да вот. Пласталевый слиток, эмалированное стекло, два алмаза смертных. Это у нас есть. Пласталевый слиток. Литий. Сколько? По два? По-моему, он там просил по два. А у меня чего еще нету?
Ты серьезно? Поставили в слиток. А их там сколько? Два? Два. Да. Незадача. Ну давай стекло сделаем. Нам же там один кусок эмалированного стекла нужен. Ну давай, ищи ко мне кусок. Этой фрагмент. Ты что, офигел? Где этот сланец? Ты ж должен искать. Да, все приходится делать самому. Нифига. А поесть надо. Нам надо с тобой найти один кусок лития. Поэтому мы с тобой плывем. А погоди, еще раз. Мы с тобой поплывем. Сейчас на, возможно, жилище Дегди. Там находим литий. И, в принципе, это все будет. Зубы сталкера у меня на базе будут. Нормально выходит, да, ё-моё. Просто жилище Дегзи это ближе, чем тот инопланетный остров, на нем тоже был литий. Там ближе к Дегзи по пути. Так, полет нормальный. Сейчас погрузимся туда с тобой. Серия, наверное, большая будет. Ну, наверное, но это не точно. Я постараюсь ее поменьше сделать. Так, все, я в возможном жилище. Найди-ка мне лететь. Ищи своими глазами лететь. Так. С магнетитом. Так, и смотри, сейчас нам выпадает литий. Но я же сказал. Так, все забираем. Больше нам ничего не нужно. Пора валить отсюда. Эти черви, оказывается, тоже умеют кусать мотылек, а я об этом понятия не имел. Все, что нам было нужно, мы с тобой забрали. Так, отлично, хорошо, выпали. На базу плывем. Еще надо будет сейчас титана бы побольше. Титановый слиток, два титановых слитка нам надо. Сейчас мы это все с тобой найдем, все у нас сейчас будет. Так, давай заходим. Аккуратно въехали. Пристыковано. Давай, прыгаем.
Так. Это у меня все есть. Что-то сколько там надо для этого? Для титанового 10 штук, ё-моё. Так, этот скрижаль убрать. Один аэрангель убрать. Кварц убрать. Все, что не нужно, мы сейчас уберем. Погнали за металлом, который для меня сосед. Ну, надеюсь, дружелюбный складывает. Спасибо, соседушка. А, еще один. Ау-ау-ау-ау-ау. Это было больно, слышь. Блин, не, я его не буду убивать, потому что он полезный. Он мне там металл складывает, и мне этим удобно. Так. Титан. Плохо дело. Еще титана надо. 3 штуки. Так и будем туда-сюда гонять. Ну, пока я это все дело делаю, собираю ресурсы, приготавливаю, я нажму на паузу и включу тебе момент с крабом. Так, ну что, у нас в принципе все готово. Можем собирать краба. Прям сейчас займемся этим сборчиком. Давай. Ты готов к этому? Я представляю тебе. This is crab. Во время первого управления костюм краб вполне нормально испытывает чувство безграничной мощи. Операторы краба проходят несколько недель обучения для нейтрализации данного явления. Вам же придется самим научиться держать себя в руках. Вау. Ну, привет. Welcome aboard, Captain. Ха-ха-ха! Ничего себе! Ничего себе мощь! Где там это? А, уже уплыл. Так, да, ну конечно, необычное управление. Так, это ты так сражаешься у меня, да? Понятненько. Модификации на краба может посмотреть. Тебя внутри. D28. Так. Поэтому не стоит. Хотя, в принципе, можно посмотреть эти модификации. Полностью заряжен. Краб. Пропульсивная пушка костюма краб. Бур неизвестен. Неизвестен улучшение ранца. Я могу сделать пропульсивную пушку. И все. Ну давай, Титан 5, лети. Хотя не, у меня еще пока таких материалов нет. Но я их раздобуду к следующей серии. А пока давай подкрепимся с тобой, я тебе покажу сюрприз, который я приготовил. Подкрепиться надо. Хорошенько. Ну как хорошо набирает. Лаймоны. Лампионы, точнее. Лаймон, ну пусть будет лаймон. Давай. Налетай. Вкусняшка. Все, подкрепились. Давай, погнали. На новой машине покатаемся. Костюм краб это
мощь. Ну давай, крабик. Покажи, что умеешь. Что-то у меня некачественно все внутри изображено. Ну-ка, настройки, графа. Качество воды, качество... Качество. Среднее. Сейчас что-то игра зависнет. Да, немножко. Ждем. Так, вроде у меня... Самой с игрушкой. В принципе, что-то не то. Высокое свечение, качество размытия движения, передача отражения, блики, клавиатура общая, высокая. Ну давай. Погнали. Вон там твой сюрпризец. Графу поправили, теперь у нас все с тобой получше будет. Так, мы падаем. Определенно, но падаем. Так, бежим боком. Боком он просто реально как-то идет быстрее. И подлетаем. Да, это безумно далеко награбить. Ну что же поделать? Что это за... А с чего делается эта станция, которой я бы, возможно, мог его зарядить? О, титановый слиток. Сложно. Ну пофиг. Мы с тобой дойдем до туда. Прямо сейчас. В принципе, реально сделать нам с тобой это все реально сделать. Так, давай наворачиваем. Заворачиваем. Боком просто, когда идешь, он так бежит быстрее. Ух, ё-моё. Хрень-то эдакая. Полетели. Если чё, бьём в морду. Сразу этих угрей. Мы это, в принципе, можем. Мощные руки. Крабы это могут делать. Так, приземлились. Отлично. Давай еще. Так, подлетаем.
Сейчас, если эта акулка на нас нападет, мы двинем как следует. Мы теперь можем. Чё, иди сюда, собака. Интересно, а я могу вот эту штуку собирать? Так, ты чё, ты где? Ты где, собака? Чё, нравится? Не, не хочет. А так-то ломить могу? Не, не могу. Ну и пофиг с ним. Машина мне нравится. По морде дасть может. Так. Ты что, не за селфи? Ну-ка, давай еще раз. Для красоты что было? Все идеально. Новая машина, новые правила, как говорится. Вот и мой для тебя сюрпризец. Эх, только я что-то ступил. Знаешь, чем именно я ступил? Я забыл то, что надо было забрать со старой базы нам улучшение на этот сюрпризец. Поэтому на этом, ну, мы закончим серию. В принципе, да, вот. Да, я, конечно, что-то больше привык, когда у меня на других была графа настройка. Ну ладно, это я сейчас позже настрою. Вот у меня питается энергия через биореактор. Энергия. И вот мои две камеры, вот эта вот территория обширная, тут мы сможем найти кристалл на 100 рана, даже не то, что кусок сланца, к примеру. Короче, очень интересное место. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, с вами был Тутенпаут, на этом мы закончим. Я сейчас сюда провезу улучшение. Разумеется, в следующей серии мы тут все просканируем и осмотрим. Ну что ж, всем удачи, всем пока.